Да, конечно, мне уже давно не терпелось забить гол за команду «Сибиряк». Спасибо тренеру, что дал мне эту возможность. Сейчас в этой игре достаточно неплохо выступил и наконец-таки забил эти два гола в субботу «Сибиряка». Семисетик, к большому сожалению, получил травму. В связи с этим, как чувствует дополнительную ответственность на себя? Да, конечно, сильно будет не хватать. Это один из основополагающих игроков. И, конечно, для любой команды потеря такого игрока была бы, конечно, большим ударом, но тем не менее я считаю, что я никакой дополнительной ответственности не чувствую. Я просто буду делать свое дело и продолжать дальше играть, помогать Сибиряку. И на самом деле у нас собраны такие хорошие игроки, которые, в принципе, могут заменить Сими. И поэтому мы должны хорошо выступить, подняться сейчас как можно выше, и затем, возможно, дай бог, Сими нам сможет помочь в полуфинале. Как надо будет действовать на площадке в игре с «Газпромом», чтобы победить? Хорошо знаю эту команду, ну, по крайней мере, по трансляциям, которые я наблюдал с Бразилией. Всех иностранцев, бразильцев я знаю, я играл против них много раз. Чтобы победить, нам нужно сохранить тот же самый настрой, тот же самый дух. Мы играли против команды КПРФ, обращать больше внимания на оборону, и тогда у нас все получится. Золото в российской суперлиге так же ценно, как и золото в бразильской лиге, потому что два таких сложных, тяжелых чемпионата. И, конечно, для меня, победив, выиграв золото здесь в России, приехав домой в отпуск, конечно, я буду себя чувствовать, то есть, как бы, меня будут больше уважать, потому что немногим спортсменам удавалось победить в двух чемпионатах в разных странах.